Вы отказываетесь от права на адвоката? Да, Ваша честь. Вы подумали? Ни один адвокат не верит, что я невиновен. Йоланка Лакатос. Или просто госпожа Брэдиус. Вы будете мне позировать? Господин Ван Мейгерен, я еще вам нужна? Кто он, этот пачкун? Подражатель? Дилетант? Где его особый почерк? Где оригинальность? Кто он такой, этот Ван Мейгерен? Ван Мейгерен – бездарность. Карикатурист. Месть. Только это и звучало в моей голове. Ну так я нарисую вам кое-что получше. Вермеера. И подпись. Йоханнес Вермеер. Установлено, что вы сами продали эту картину Вермеера. Но это не Вермеер. Кто же тогда? Роттердамский музей и Королевская галерея готовы драться за это. Молодой Христос, проповедующий в храме. 1 250 000 гульденов. Четыре слова. Я нарисовал это сам. Я прошу у суда самого сурового приговора. Рисовать как Вермеер? Хан Ван Мейгерен способен на это.